Творческий подход к решению проблемы социальной адаптации в многодетных семьях применяют в Тольятти. Региональная общественная организация «Свой дом» в сотрудничестве с краеведческим музеем ведут проект «Я в семье, семья в музее». В рамках проекта для работников музея проведен семинар по работе с многодетными семьями с участием психолога организации «Свой дом». Разработаны методики проведения творческо-познавательных занятий для приемных семей. В летний период проведены 6 экскурсий для детей и родителей. Более 120 человек познакомились с историей Ставропольского района, узнали, как в давние времена мололи муку, растили и чесали лен, плели лапти, шили местные национальные наряды. Участники экскурсии заглянули в крестьянскую избу с печкой и колыбелькой, увидели комнаты состоятельных горожан и жителей поскромнее. В скором времени планируется торжественное открытие фотовыставки «Мамин выходной» в холле краеведческого музея. Сегодня чудесное событие, очередное посещение семьями краеведческого музея Тольяттинского. Совместный проект с краеведческим музеем и региональной общественной организацией «Свой дом». Проект выигран в фонде президентских грантов, называется «Я в семье, семья в музее». Название такое, потому что у нас много приемных детей в семьях, недавно пришедших в семьи или уже там длительное время проживающих. Проект направлен на сельские многодетные приемные семьи, на многодетные, на тяжелой жизненной ситуации находящиеся. И наша задача сплотить семьи посредством посещения музея. Есть какая-то обратная связь, детям нравится? Детям нравится. Мы видим во время экскурсии, как они реагируют. Сегодня чудеснейшая экскурсия прошла, погружение в историю родного края. И дети приходят домой и рассказывают о том, что увидели, услышали. Также в рамках проекта пройдет лекция по адаптации детей в приемных семьях. Многодетная приемная мама, автор книг о детях Диана Машкова, город Москва, поделится своим опытом с родителями Тольятти. По замыслу авторов проекта планируется также открытие выставки детских работ из приемных семей Тольятти и Ставропольского района «Я и моя семья в музее» по впечатлениям от посещения музейных занятий. Наш музей совместно с организацией «Свой дом» реализует проект «Я в семье, семья в музее». Проект был поддержан фондом президентских грантов, и благодаря этому могли организовать ряд мероприятий в музее для детей, которые живут в многодетных семьях или детей приемных. И в нашем музее мы проводим различные мероприятия. Это экскурсии, которые рассказывают и посвящают историю нашего края, нашего города, в природу, экологию нашего города. Это мастер-классы, где творчески работают ребята. Также это такие новые формы, как студия семейной анимации «Мультиварка», где ребята занимаются мультипликацией. И в дальнейшем в рамках реализации проекта планируется еще провести открытие выставки «Мамин выходной», приезд лекторов для того, чтобы можно было углубиться в эту тему, в тему родительства, приемные семьи, многодетное родительство, многодетная семья. И, наверное, важно сказать, что мы надеемся, что наше сотрудничество не закончится рамками проекта. Сам проект продлится до декабря этого года. В следующем году мы будем встречаться уже просто в рамках посещения музея. Все многодетные семьи и участники проекта будут поощрены в торжественной обстановке. Итоги проекта подведут в декабре текущего года.